Это местные жители, награжденные орденами за трудовые подвиги как в советское время, так и в современной России, а также лауреаты государственных премий. Герои провели первое заседание новой общественной организации. И это очень серьезное мероприятие, когда те люди, которые уже имеют свои заслуги перед Отечеством, они объединяются для того, чтобы в городе решать социально значимые вопросы и продвигать наш город. И первое решение на заседании – создать галерею героев, участников новой общественной организации. Глава города предложил разместить ее в парке имени Фрунзе рядом с недавно построенной аллеей героев Советского Союза.